В районе поселка Гульдала Талгарского района близ Алматы обрушился самолет компании БКР. В результате катастрофы разрушен двухэтажный жилой дом. Полицейские прибыли на место происшествия через 10 минут. На данный момент здесь работают специалисты Управления внутренних дел города Алматы и Управления по чрезвычайным ситуациям. Тела погибших вытаскивают из-под насыпи, выясняют их имена. Все пострадавшие были доставлены в местные учреждения здравоохранения. Сегодня утром 7:30 в Талгарский район управления полиции поступило сообщение о том, что на окраине поселка Гульдала крушение самолета. На место происшествия прибыло сотрудники районного управления Талгарского района, Илийского района и Межказахского района. Здесь на место происшествия видим самолет компании БКР, вылетевший рейсом Алматы-Нур-Султан 7:20. Сейчас на месте работают сотрудники полиции города Алматы, департамента полиции Алматинской области, ДЧС города Алматы и Алматинской области. На сегодняшний день сейчас мы проводим спасательную работу. Здесь на месте работают спасатели, также оцеплены сотрудники полиции полностью место происшествия. Предварительно было 90 пассажиров, есть погибшие и выжившие. На сегодняшний день сейчас всех выживших увезли, значит, вообще учреждение здравоохранения. На месте полностью создана комиссия. Сейчас по остальным погибшим выясняется.